Развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза сегодня стала темой беседы Владимира Путина с Виктором Христенко, который 4 года возглавлял Евразийскую экономическую комиссию, теперь передает этот пост следующему председателю. Христенко доложил президенту о том, что удалось сделать за этот срок и какие задачи предстоит решать новому составу комиссии. Это, в частности, создание единых рынков лекарственных препаратов и энергоносителей, совершенствование таможенного регулирования. Владимир Путин поблагодарил Христенко за работу, отметив, что за время его председательства сделаны важные шаги в сфере интеграции. Работа для нас очень важная, если не сказать фундаментальная, восстановление, укрепление исторических, экономических и социальных связей между такими республиками бывшего Союза, как Россия, Беларусь, Казахстан, затем и еще две республики к нам присоединились, Армения и Кыргызстан. Это фундаментальные вещи нашего развития, без всякого преувеличения. Я хочу вас поблагодарить за эту работу. Совершенно очевидно, что наличие Союза в такой непростой обстановке – это, конечно, плюс. И это возможность для поиска новых источников роста наших экономик здесь у нас внутри. Мы не только росли по товарообороту, но мы сложились в качественно иную, рациональную, эффективную структуру этого экономического взаимодействия.